себе весь мир. То юта Иисуса виса пасауле. Будет ли это благословение? Vai tā būs par svētību? Будут ли это конфликты? Vai tie būs konflikti? Но грядут перемены. Bet nāk pārmaiņas. И это очень серьёзно. Un tas ir ļoti nopietni. Я повторяю. Es atkārtošu. Украина. Украина. Никогда в жизни не подразумевала. Никогда в жизни не думала. Не подозревала. Pat nenojauta. Что в одно прекрасное утро. Ka vienā brīnišķīgā rītā. Спокойная жизнь. Mierīga dzīve. Мирная жизнь. Mierīga dzīve. Закончится. Beigsies. Самое страшное, знаете, в чём? Pats briesmīgākais, ziniet, ir kas? Люди привыкли к смерти. Cilvēki pieraduši pie nāvis. Там говорили, на Майдане. Tur teica, Maidanā. Сотню человек расстреляли. Simtiem cilvēku nošāva. Каждый день сегодня. Katru dienu šodien. Не по сотни. Не по simts. Сегодня шахты полные трупов. И шахтас пилнас ar līķiem. Их просто бетонируют. Un tos vienkārši aizbetonē no augšas. Цинковые гробы идут. Цинка зарки. Просто целыми эшелонами. Vienkārši veseliem ešeloniem. Молчок. Klusums. И люди уже привыкли. Un cilvēki jau pierada. Это страшная привычка. Tas ir briesmīgs ieradums. Нужно привыкать к благословению, tāpēc, а не к проклятию. Vajag pierast pie svētības, ne pie lāsta. Никто не подозревал. Neviens nenojauta. Во что может превратиться. Par ko tas var pārvērsties. Это относительно спокойная. Tas attiecīgā. И мирная страна. Mierīgajā valstī. Мы с вами в Европейском Союзе. Mēs ar jums esam Eiropas Savienībā. И Украина рвется в этот Европейский Союз. Украина лаужас ушо Eiropas Savienībā. В то время, когда дни Европейского Союза сочтены. Eiropas Savienības dienas ir skaitītas. Знаете, смотришь, как будто умопомрачение. Jūs zināt, skatieties, it kā prāta aptumsums. Нам евроинтеграцию. Mums нам евроинтеграция. Европа прекращает свое существование. Пārstāj savu eksistenci. Очень жаль, что когда наступит жаль, время, kad pienāks laiks, и мы вошли в Европейский Союз, которого уже Eiropas нет. Savienībā, kuras vairs nav. Выход Британии Lielbritānijas положил начало ir likusi sākumu стремительного крушения graujošajai, этого безбожного, bezdievīgajai, проклятого nolādētai Eiropas Savienībai. Вычеркнуть все упоминания izvietrot visus о христианских ценностях из Евроконституции. Это преступление. Tas ir noziegums против Господа. Pret to kungu. И Господь un tas kungs, этот вызов принял. Šo izaicinājumu pieņēma. Вы вычеркиваете меня? Jūs izvietrojat mani? Ja? Я вас es jūs вычеркну. Izvietrošu. Как Бог позорит своих врагов? Kā Dievs apkauno savus ienaidniekus? Советский Союз. Padomju Savienība. Европейский Союз. Eiropas Savienība. Да все союзы. Visas savienības. Которые объявляли войну Богу. Pasludināja karu Dievam. Они исчезли с лица земли. Pazudušas no zemes virsas. Гондурас. Гондурас. На контурной карте. Uz kartes. На карте мира. Pasaules kartes. А Советского Союза нет. Bet Padomju Savienības nav. Вы понимаете? Jūs saprotat? Камбоджа есть. Камбоджа ir. А Советского Союза. Bet Padomju Savienības nav. В одно прекрасное утро. Vienā brīnišķīgā rītā. Мы с вами проснемся. Mēs ar jums atmodīsimies. И услышим новости. Un dzirdēsim ziņas, jaunumus. Европейский Союз. Eiropas Savienība. Благополучно. Labvēlīgi. Завершил. Ir beigusi. Свое существование. Savu eksistenci. К чему я это говорю? Kāpēc to saku? Насчет нас. Kā ir ar mums? Где мы? Kur mēs? Кем мы будем? Kas mēs būsim? Где наша роль? Kur mūsu loma? И какова наша позиция? Un kāda ir mūsu pozīcija? Европейский Союз. Eiropas Savienība. Разорвут на части. To saraus gabalos. Россия захватит Кривия все paņems. Бывшие колонии. Visas bijušās kolonijas. Все Венгрии, Болгарии, Ungārijas, Югославии в прошлом. Венеславы, они заберут все себе. Америка захватит свою часть. Paņems savu daļu. Будут какие-то сильные нейтральные Būs страны, которые сохранят свой суверенитет. Нейтральные valsts, kuras saglabā savu suverenitāti. Латвии придется выбирать. Латвия nāksies izvēlēties. На чьем огороде? Kā dārzā? Будем существовать. Mēs eksistēsim. Россия. Krievija. Выглядит бодро. Izskatās modri. Но никогда. Bet nekad. Никогда. Nekad. Господь не оставит в покое. Tas kungs neliks mierā. Страну, которая valsti, отказалась каяться. Kura atteicās nožēlot. Германия покаялась. Vācija nožēloja. И Бог ее защитил. Un Dievs to aizsargāja un svētīja. За гитлеризм. Par hitlerismu. За фашизм. Par fašismu. За кровопролитие. Par asins izliešanu. За газовые камеры. Par gāzes kamerām. За уничтожение миллионов евреев. Par miljonu ebreju iznīcināšanu. Un ne tikai ebreju. И Господь исправил. Un tas kungs izlaboja. Поднял эту страну. Pacēla šo valsti. И когда мы сегодня говорим про Россию. Un tad, kad mēs šodien runājam par Krieviju. Когда я говорю Россия. Kad es saku Krievija.
Мы должны понимать, что мы не обобщаем. Ir jāsaprot, ka mēs neapkopojam, neapvienojam. Я говорю о государстве, о правительстве. Es runāju par valsti, par valdību. Народ ни при чём. Tautai šeit nav nekāda sakara. Народ либо заложник. Tauta vai nu ir ķīlnieki. Этой системе. Šai sistēmai. Либо народ влияет. Vai nu tauta ietekmē. Эта страна ни разу. Šī valsts nereizi. Не покаялась. Nav nožēlojusi. На правительственном уровне. Valdības līmenī. Ни за одно преступление. Ne par vienu noziegumu. И ни за одно злодеяние. Ne par vienu ļauno darbu. Кто каялся за гулаг? Курш пар гулаку ножалось. Кто каялся за миллионы? Курш пар миллионием. Которых уничтожили, изгноили. Пьедошен курш изнаитина отец. Совершенно невинно. Пилный гневайнигс. Сегодня озвучено, что за эти годы. Ir teiks, ka šiem gadiem, за годы существования этой страны. Par šīs valsts eksistences gadiem. 100 миллионов. 100 миллионов. Собственных жителей. Iedzīvotāju, viņu pašu. Минуточку. Минутой тикай. 100. 100. Миллионов. Миллионы. Государства. Valsts, на своей территории сава уничтожила собственного народа саву тауту и это кровь un šīs asenis, она вопиет viņa sauc no zemes вопиет омщение sauc par atriebību мы конечно можем не обращать мы спротом сварим не перестим узмани сегодня кто-то может сказать какое твое дело šodien var teikt kāda tava daļa сидишь в этой Латвии сейди ту šeni Latvijā un sēdi arī tālāk пророки pravieši они всегда выше политических государственных и национальных par politiskām un valstiskām lietām barjeru Ленин лежит до сих пор. Ленин с гульвеличим. Как проклятие, как Калас, символ, символ, что страна не отступила от этой революции кровавой, Vašīs, от этих преступлений. Но чем нозегумием? Бог ждет. Диус гайда. Бог ждет. Диус гайда. Бог ждет. Диус гайда. Библия говорит, Бог гордым противится. Библия teiks, ka Dievs lepniem pretojās. А смиренным дает благодать. Bet pazemīgiem dod labvēlību. Неважно, человек ли это отдельно. Vai tas ir cilvēks? Или это государство? Vai tā ir valsts? Я молюсь о своей es стране. Лузу пар саву валсти. Я благословляю эту землю. Es свейтию валсти. Мы благословляем правительство. Мы свейтием валдību. Боже, сохрани наших Dios, sargā mūs. Премьер-министров Premier-ministrus и чиновников и рэдņus от роковых ошибок. Nu, liktenīgām kļūdām. Нам не нужно проклятие. Mums nav vajadzīgs lāsts. Мы хотим, чтобы Бог нашу землю Mēs gribam, lai Dievs mūsu zemi исцелил и благословил. Dziedinātu un svētītu. Amen. Amen. Мы должны понимать, Mums ir jāsaprot, что история Это биография. Geografija. И в каждой биографии un katrā biografijā есть либо праведность, ir vai nu taisnīgums, либо беззаконие, vai nu netaisnība. Бог что-то будет говорить Dievs kaut ko teiks, и Кремлю, gan Kremlim, и Россию, gan Krievijai, и церкви, gan draudzei. И мы должны понимать волю Божию. Un mums ir jāsaprot Dieva Наш griba. Бог есть царь царей. Mūsu Dievs ir и Господь всех Господь. Un visu kungu kungs. Исторические конфликты. Vēsturiskie konflikti. Если они не будут решены ja tie netiks atrisināti мирным путем, mierīgā ceļā, они будут решены tie tiks atrisināti путем военным. Kara ceļā. К сожалению, это Par так. Nožēl, tas ir tā. Когда сегодня Франция стонет. Tad, kad šodien Francija vaļ. Беженцы. Бегли. Из Африки. Но Африкас. Что такое беженцы из Африки? Bet kas ir bēgļi no Afrikas? Это жители бывших колоний Французской империи. Бывшие Франции империи. Колонцы дзīvotāji. Vakar Francija okupировала okupēja африканские страны Африка утверждая свой свой там свою власть tur savu varu история Vēsture, это штука упрямая. Tā ir spītīga что ты lieta. Сеял в прошлом столетии. Ko tu iesēji pagājušā gadsimtā. Ты будешь пожинать в этом столетии. Что такие беженцы? Citi bēgļi. Это жатва. Tā ir pļauja. Стран, valsti, которая сеяла kuras sēja в прошлом столетии. Pagājušā gadsimtā. Свои семена. Savas sēklas. Колонизация. Колонизация. Колонии. Колонijas. Ответят однажды. Atbildēs vienreiz. Бог восстановит Dievs историческую справедливость. Vēsturisko taisnīgumu. И то, что Un вот tas, эти страны в Африке переживали 100 лет назад, 100 годы отпакаль, теперь переживают колонизаторы. То пардзивал колонизаторы. Спустя это время. Когда ir pagājušis laiks. Когда я смотрю на календарь. Kad es skatos uz kalendāru. И вижу эту цифру. Un redzu šo skaitli. 2000. 17. Год. Я честно вам скажу. Es godīgi jums teikšu. Мой дух замирает. Mans gars. Мой дух трепещет. Mans gars trīs. Я далек от кабалы. Es esmu tālu no kabalām. Сочетание цифр. No visām skaitļu apvienībām. Но этот год будет роковой. Šis gads būs liktenīgs. Попомните мои слова. Atcerieties manus vārdus. Это 100 лет. Tas būs 100 gadi. Самого кровавого. No dienas, kad bija pati asmēnākā, briesmīgākā. Преступление. Noziegums. Бог. Dievs. Поругаем не бывает. Netiek. Почему мы про Бога? Про смеку. Капец про Диву.
Да потому что 100 лет назад Тапец Касимс Гадат Пакали. Это проклятая система. Ши нуладата система. Объявили войну кому? Послудна карукам. Они объявили войну. Вини послудна кару девам. Они крушили вини церкви. Базницас. Они топтали Библии. Вини медиас. Они грабили вини все соборы. Висас. И они сказали унтейца. Бога. Дева. Вычеркиваем. Мес и свитроем. Бог ждал Dievs gaidīja 100 лет, 100 gadi, когда kad эта страна šī valsts признает atzīs свой грех, savu grēku. Я не хочу сегодня сгущать краски. Es negribu šodien krāsas sabiezināt. Я говорю то, что рождается в Es runāju to, kas dimst manī. Мы живем здесь. Mēs dzīvojam šeit. Мы не отвечаем. Mēs neatbildam par Krieviju. Но там столько наших церквей. Bet tur ir tik daudz mūsu draudžu. Там столько праведных. Tur tik daudz taisno. Что Бог сегодня ждет? Ko Dievs gaida šodien? Бог ждет. Dievs gaida. Реакцию зрелых церквей. Nobriedušu draudžu reakciju. Которые хоть на время могли бы забыть. Uz laiku varētu aizmirst. О себе. Par sevi. И увидеть. Un ieraudzīt. Язвы общества. Sabiedrības čūles. И язвы общества. Sabiedrības čūles. Встать в пролоне. Un iestāties. И молиться. Un lūgt. Как тому пророку Бог сказал. Там праведным Dievs teica. Чаша беззакония Ниневии. Ka Ninivas netaisnības kausa. До краев наполнена. Ir līdz malām piepildīta. Иди и говори. Ej un saki. Еще 40 дней. Vēl 40 dienas. И Ниневия будет разрушена. Un Ninive tiks sagrauta. Ее беззаконие. Un viņas netaisnība. Приговорили ее. No piesprieda viņai. Nāvi. Так не хочется. Tā negribas. Так не хочется на эту тему говорить. Tā negribas runāt par šo tēmu. Лучше о любви. Labāk par mīlestību. О благодати. Par labvēlību. О прощении. Par piedošanu. Наш Бог. Mūsu Dievs. Не только Бог, имя которому любовь. Ir Dievs, kuram ne tikai vārds ir mīlestība. Наш Бог. Mūsu Dievs. Это еще и судья справедливый. Tas vēl ir taisnīgs tiesnesis. И что Господь ждал? Un ko tas kungs gaidīja? В Ниневе, а? Ninivē. Что Господь ждал в Ниневе? Ko tas kungs gaidīja Ninivē? Я отвечаю. Es jums atbildu. Все, что Бог ждал в Ниневе, ko Dievs gaidīja no Ninivas, он ждет сегодня и в России. Viņš arī to gaida no Krievijas. Он ждет и в Америке. Viņš gaida no Amerikas. Он ждет это и у нас. Viņš gaida arī no mums. Барак Обама. Баракс Обама. Перед тем, как уйти со своего поста, pirms aiziet no savu posteņa, выкинул еще одну свинью. Izmet vēl vienu cūku. Своему некогда бывшему христианскому savam agrāk bijušajam kristīgai tautai uzakonil na federalnom уровне сатанизма федеративā līmenī kad es uzslušoju tie novosti tu man tā kā būtu izdevātelis kad es dzirdēju šīs ziņas domāju it kā nirgāšanās satanisti получили официально saņēma oficiālu на федеральном уровне federālajā līmenī главный священник сатанисту priesters А там прихожан, знаете, сколько? Bet zini, cik tur ir apmeklētāji? 4 miljona 4 официальных miljona прихожан сатанинской церкви. Сатана драуджа апмеклētāji. Главное из которых находится в Сан-Франциско. Главное, kurš no kurienes atrodas. И священник Сан-Франциско. Un šīs draudzes priesters. Он сегодня вхож. Viņam šodien ir ieeja. Наравне с другими чиновниками. Līdzīgi ar citiem ierēdņiem. В Белый дом. Baltajā namā. И сегодня госбюджет. Un šodien госбюджет. Соединенных Штатов. Amerikas godžet, планируется на tiek plānots, издательство книг, lai izdotu grāmatu, и сегодня эти сатанисты, un šodien šie satanisti, добились того, ir panākuši to, чтобы в учебной программе, lai mācību programmā, всех общеобразовательных школ, visās izglītojušās skolās, входил предмет, būtu priekšmets, изучение, сатанизма, сатанизма пētīšana. Мир с ума сходит. Pasauli juk prātā. Как будто, знаете, попытка ka, mēģinā, некогда Dios. Праведную пуританскую страну agrāk, просто осквернить, valsti, просто забросать грязью. Это одна ситуация. Tā ir viena ситуация. А когда столько праведников Bet, kad tik daudz taisno, на проклятом основании молятся Богу, pamat, lūdz Dievam, и Бог сегодня будет решать un Dievs šodien lems. Судьбу России. Kā Krievijas и судьбу Америки. Un Amerikas и все зависит от того, viss ir atkarīgs no tā, во что верит. Kam tic церковь? Draudze. Все-таки никто не отменял законодательные функции Христовой церкви, Христос draudzei, который Иисус сказал однажды, kurai Dievs vienreiz teica, я создам церковь мою, es radīšu savu draudzi, и врата ада ее не одолеют, un tiem nebūs uzvarēt. И даю тебе ключи Царства Божьего. Dievu valstības atslēgas. И все, что ты свяжешь, un visu, ko tu siesi, на земле, uz zemes, то будет связано tas tiks sasiets debesīs. И все, что ты разрешишь visu, на земле, ko tu atraisīsi uz zemes, будет разрешено. Tiks atraisīts. Если Ниневе, ja Ninive,
который был озвучен, смертный приговор, спредумс, покаялась. Но жалой грекус. А что такое Ниневия покаялась? Kas ir Ninive atgriezās no grēka? Tas ir просто 10 человек в церковь. Ne tikai 10 cilvēki draudzē atnāca un nožēloja grēku. Tad, kad ķēniņš no sava troņa nokāpa, novilka ķēniņa drēbes un uzvilka maisa drēbes un visu savu kongresu, visu savu saimu pavēlēja tiem ātri gavēnis. Молитва. Лукшина. Минуточку. Минутите. Это языческая сторона. Таби паганск волсц. Каются. Но жало. Молятся. Лудз. И постятся. Он гаве. И не зазорно. Он тас нау паркаону. Вот в этом есть. Луктаны и. Ключ спасения. Главшин сацлага. Амен. Амен. Мы должны молиться за начальство. И я лудз пар волднекем. И властей. Он варам. Чтобы мы были в защите. Lai mēs būtu aizsardzībā. Нам нужна милость от Бога. Mums ir vajadzīga žēlstība no Dieva. Нам не нужны исторические споры. Mums nav vajadzīgi vēsturiskie strīdi. Совсем недавно. Pavisam nesen. Буквально на прошлой неделе. Буртиски погашая неделя. Верховная Рада Украины. Украинская аукстака. Ну решила отметить. Vara. Nolēma atzīmēt. Эту траурную дату. Šo sēru datumu. Когда погибли тысячи kad людей. Aizgājbojā tūkstošiem cilvēku. В Бабьем Яру. Это было страшное преступление. Tas bija drausmīgs noziegums. Тысячи людей расстреляли. Tūkstoši cilvēki tur tika nošauti un apglabāti. Большинство из которых были евреи. Vairākums no tiem bija ebreji. Ну, вроде бы рассчитали это праздник. Aprēķināju šo svētkus. Давайте почтим. It kā mēs godāsim. Память. Piemiņu. Невинно убиенных. Nevainīgi noslapkavotos ebrejus. И на свою голову пригласили. Un par savu, uz savu galvu uzaicināja. Президента Израиля. Izraēla prezidentu. Президент Израиля. Израиль президент. Он не делил украинцев. Винч не дали украинцев. На левых. Крейсайос. Или лапайос. И он. Винч. Выступая в Верховной Раде. Устает из Охтака Рада. Поблагодарил. Потейцас. Правительство за то, что они пригласили. Про то, кого не зайцинай. И сказал, конечно, очень teica, грустно. Ротом с лёты беды и гонскуми. Что украинцы. Ка украине. Убивали евреев. Ноголная эбрейс. Иди разберись. Эй, ты от скайдриба. И когда была потом реплика, не украинцы. Пец там, как бы реплика, а вот эти, вот эта вот партия. Ши партия. Это на вашей земле. Тас ир уз юсу земес нотика. Минуточку. Минуточку. Праздник. Святки. Был сорван. Тика. И превратился. Парауты. Жесткий конфликт. Упарвектас пар конфликту. Потому что нынешнее правительство tāpēc, отказалось брать на себя хоть какую-то ответственность. И говорит, это не мы. Он teica, ты не esam mēs. Это к нам не относится. Tas neatiecās uz mums. И я слушал. Un es klausījos. Ой, Боже. Думаю, Dievs. Да вам. Jums. Страдающая страна. Valsts, kura cieš. Которая и так потеряла будущее. Tā jau ir pazaudējusi nākotni. Бог дал такой уникальный шанс. Пригласив президента Израиля, Израиль президенту на годовщину этого Бабьего Яра, шини, гододена, и после Латвии. Того, когда этот президент tam, сказал, украинцы убивали евреев, ebrejus, вместо того, чтобы сказать, простите vietā, нас, teiktu, piedodiet mums, это же наша земля, tā ir mūsu zeme, это наши люди, tie ir mūsu мы каемся, mēs nožālojam, и я уверен, un es esmu Бог бы дал им такое Dievs благоволение, tādu labvēlību, после покаяния, bez grēku nožēles, заканчиваются войны, beidzās kari, после покаяния грех нужал. Заканчиваются страдания. Но что такое гордыня? Это не мы. Это не к нам не относится. Tie, как к вам не относится? Kā neatiec uz jums? Бог. Dievs. Гордым. Лепнем. Противец. Pretojās. Знаете, в чем суть? Jūs zināt, kur ir lietas būtība? Покаяние. Грех нужал. Это не признак слабости. Tas nav, tā nav vājuma pazīme. Покаяние. Грех нужал. Это признак силы. Tā ir spēka pazīme. Если царь Ниневии, ja Ninivas ķēniņš, когда жареным запахло, tad, kad sāka smirdēt pēc deguma, не посчитал зазорным, neuzskatīja par сойти с престола, nokāpt no troņa, склонить колени, nolikt sev uz ceļus, сказать, может быть, un teikt, varbūt, Бог, Dievs, помилует,
apžēlosies un защитит нас. Un aizsargās mūs. И пророк стоял, un pravietis stāvēja un domāja, nu kad? Когда же это Ниневия рухнет? Ну как Ниневия сабрук? Она не рушит. Bet viņa nesabruka. 39. 39. 40 дней прошло. 40 dienas. Она стоит. Bet viņa stāv. И он Бог говорит, Бог, в чём дело? Saka, Dievs, kas par lietu? А Бог говорит. Bet Dievs saka. Игра поменялась. Spēle mainījās. 120 tūkstoši. На коленях стоял. Uz ceļiem nostājās. Президент. Prezidents. На коленях стоял. Uz ceļiem stāv. Парламент. Parlaments. На коленях стоял. Uz ceļiem stāv. Я не могу убивать es тех, nevaru nogalināt tos, кто стоит, kuri stāv на коленях. Uz ceļiem. Я не фашист. Es neesmu fašists. И я не инквизитор. Un es neesmu inkvizitors. И я не ИГИЛ. Un es neesmu ИГИЛ. Которых убиваю, kurš nogalina тех, кто стоит tos, на коленях. Kuri stāv uz ceļiem. Запомните. Atcerieties. Бог. Dievs. Стоящих на коленях тос, кури став у стеле не убивает не ногалина Бог Диос стоящих на коленях тем, кто став у стеле прощает пьедот милует жало и спасает он изглабит и когда я посмотрел эти новости он тогда посмотрел еще зинис такой шанс тада и спея пропустить он полез то горам до каких пор гордиться Цик можно ilgi var lapoties, kad vsa strana krovju kad visa valsts ir piesūcināta ar asinīm. Почему должны быть христиане? Kādēļ jābūt kristiešiem? Возле царей. Pie ķēniņiem blakus. Они должны им подсказать. Viņiem jāsaka priekšā viņiem. Вот недавно была Nesam bija. История вот notikums. Вот Кулдыги. Кулдыга. Приехала съёмочная команда из России. Filmēšanas komanda no Krievijas. Ясно, у них свои скайдерс, виньи, сави план. Антисемитизм поднять, обвинить Латвию в очередных там грехах. Латвия карту её с грехов сапнула. Сколько в Кулдыге было убитых этих евреев? Только нослав Кулдыга, синагога тукша. 630. Со чем 30? Было уничтожено, синагога только изнести надо. И вопрос, что делать? У и когда мэр этого города, он кричит, спился от мэрс. Люд интересантасы. Ко дарит? Apmēram tāda pati situācija bija. Priesteri ir, kuri saka priekšā. Nu, Dievs mums nelika palikt malā. Vēl nav tā, ka pilsētas mērs būtu nožēlojis grēks. Es teikšu viņi tak, što mēr grūda pa kailsi. Mums liek savākt informāciju, lai mēs godīgi tīri paties informāciju iedot mēram. Informāciju, un līdz ar to, dot iespēju izdarīt pareizes lēmumu. I daļi bija vazmožnost zdēlēt pravilnēji rešēnī. Lūk, piedošanu, jā. Paprasīt prašēnī. И когда стоит священник, он только стал возле мэра, и мэр говорит, мэр, что нам сака, делать? Это же не мы убивали. Мы смесь ногалина. И хорошо, что рядом лаби, стоит правильный советник, говорит, подом девейс. Твой авторитет, Бог, защитит, если ты скажешь, простите нас. Я не убивал, но это мой народ, который допустил вот такие ошибки. И Бог благословит. Эти экзамены будут сданы. Спасибо, и Бог благословит. А когда такой шанс перед президентом Израиля? Израиль президента прекша. Да не перед президентом Израиля, а перед Богом. Izraela prezidenta priekšā, bet Dieva priekšā. Dievs pazemīgiem dod labvēlību. Bet lepniem Dievs pretojās. Amen. Amen. Lai Dievs ieliek mūsu sirdīs pareizu pozīciju. Есть цена, которую мы платим цена, которую мы максаем за свободу, par brīvību. Есть цена, ir cena, которую мы платим за рабство. Максаем par verdzību. Поверьте, друзья. Noticiet, draugi. Рабство. Verdzība. Это продукт непрощения. Tas ir nepiedošanas produkts. Свобода. Brīvība. Это результат. Ir прощение. Piedošanas rezultāts. Там, где есть прощение, tur, kur ir piedošana, там есть свобода. Tur ir brīvība. Там, где нет прощения, tur, kur nav piedošanas, там рабство. Tur ir verdzība. Будь то это на маленьком уровне, vai tas ir mazā līmenī, будь это на глобальном уровне, vai tas ir globālā līmenī, законы Божьи незыблемы. Dieva likumi ir nevainīgi. Biblija говорит, стойте в свободе, stāviet brīvībā, которую даровал вам Христос, dāvā jums Kristus, и не подвергайтесь опять, un nepakļaujieties atkal, игу рабства. Verdzības jūgam. В духе у меня сегодня. Garā man šodien. Давайте простим. Piedosim. Всех. Visiem. Кто нам делал больно. Kas darīja mūs sāpīgi. Это время. Šis laiks. Хочешь быть свободным. Grib būt brīvs.
Прости. Piedot. Отпусти. Отлай. Развяжи. Отрайси. И Бог тебя освободит. Un Dievs tevi atbrīvos. Национально ли это? Национально ли это? Религиозно ли? Религиозно ли это? Родственно ли это? Vai tas radnieciski? Церковно ли это? Vai draudžu līmenī? Какая разница? Kāda atšķirība? Запомните, непрощение. Atcerieties, nepiedošana, tas ir grēks. Может, человек, который не прощает тебя, Tāpēc, kurš nepiedod tev, он тебя судит. Viņš tiesā tevi. И он тебя проклинает. Un viņš tevi nolā. А когда тебя судят, Bet tad, kad tevi tiesā, ты tevi не можешь быть свободным. Tu nevari būt brīvs. И тот, кто тебя не прощает, tas, он не свободен. И тот, которого un не tas, прощают, piedod, он тоже не свободен. Viņš система рабства. Verdzības sistēma. Система рабства. Verdzības sistēma. Счастливых рабов не Laimīgu бывает. Vergu nav. Запомните. Atcerieties to. Счастливых Laimīgu рабов vergu не бывает. Nav. Счастливыми Laimīgus могут быть только Laimīgi var būt. Люди свободные. Brīvi cilvēki. По-настоящему любить? По истам милет. Рабы не могут. Верги невер. По-настоящему любить? По истам милет. Могут только. Вар тикай. Свобод. Бривие. Творчество? Радушум. По-настоящему? По истам. Быть творцом? Бут радитаем. Может быть только свободный. Вар тикай бриус. Рабы? Бет верги? Никогда. Никад. Иисус. Jēzus. Смотря в глаза ученика. Скатутис мацикль ацис. Он сказал, viņš teica, я не называю вас es nesaucu jūs рабами. Par vergiem. Я не называю es вас nesaucu jūs рабами. Par vergiem. Потому что раб Tāpēc, ka vergs ничего не знает, nezina neko, что делает господин. Ko dara viņa kungs. Я называю вас es saucu jūs вас друзья. Par draugiem. Потому что все рассказал о Tāpēc, себе. Ka visu izstāstīju par sevi. Церковь. Draudze. Это не сборище рабов. Tas nav vergu apkopojums. Где один другого судит. Kur viens otru tiesā. Где третий, четвертый. Kur trešais, ceturto. Где этот в заложниках. Kur tas ir tilnieks tam. Общество какое-то тюремных зэков. Каких-то рабов. Диктатор. Какой там дух святой. Kāds tur svētais gars. Бог планировал церковь. Dievs plānoja draudzi. Как сообщество. Kā? Прощенных. Piedotu sabiedrību. Svobodnu. Brīvu. Šķislīvu. Laimīgu. I vazļublinīgu ļūtī. Un iemīlētu cilvēku. Amen. Amen. Понятно, что мы не совершенны. Es saprotu, ka neesam pilnīgi. Недавно выходил из... Nesen. Торгового центра Sky. Es gāju ārā no tirdzniecības centra Sky. Я там взял продукты. Es paņēmu produktus. Я выхожу. Un nāku ārā. Возле входа стоит в полицейской одежде. Un pie ieejas stāv policijas drēbēs. Человек. Cilvēks. Подходит ко мне. Pienāk pie manīm un saka. Пастор Алексей. Мацита Алексей. Простите меня. Piedodiet man. Я так много говорит на вас. Es tik daudz говорил негатива. Runāju negatīvā. Я проклинал вас. Es lādēju jūs. Я оскорблял вас. Aizvainoju jūs. Ну, просто я вас увидел. Vienkārši es ieraudzīju jūs tad. Я не хочу носить эту ношу. Es negribu nesāt šo nastu. Простите, пожалуйста. Piedodiet lūdzu. Я его не помню. Es viņu neatceros. Я этого не слышу. Es to nedzirdēju. В конце концов, прощение. Beigās piedošana. Нужно не для меня. Ir vajadzīga nevis man. Иногда это прощение. Un daži šī piedošana. Нужно тому. Vajadzīga tam. Кто нуждается в нем. Kuram tas ir vajadzīgs. Я его обнял, я сказал, как тебя зовут. Un teicu, kā tevi sauc. Я говорю, нет проблем, брат. Es saku, nav problēmas, brāl. Христос нас простил. Kristus mums piedeva. Я прощен. Es piedodu. На душе стало легче. Un dvēselē kļuva vieglāk. А сколько можно носить? Bet cik var nesāt? Знаете, друзья? Zinat? Прощать – это цена. Piedot – tā ir cena. И не прощать. Un nepiedot. Это тоже цена. Tā arī ir cena. Только в тысячу раз больше. Tikai tūkstoš reiz lielāka. Простить? Piedot. Это определенные усилия. Tas ir noteiktas piepūles. Ситуация от ситуации. Ситуация no situācijas atšķirās. Когда? Kad, извините, когда? Atvainojiet. Иосиф, kad Jāzeps, который уже достиг высоты, kurš jau bija sasniedzis virsotnes, princ Egipta, Eģiptes princis, и пришли братья, un teiks brāļi atnāca. У него как в кино. Viņam kā filmā, kino. Lenta atmatās. Lenta atinās atpakaļ. Prodali. Pārdeva. Predali. Nodeva. Razdeli. Izdērba. Vykinuli. Izmeta. Отца обманули. Тэву обманыли. Вымазали в крови какую-то одежду. Дребес, и сказали, хищный зверь умер. Он тезит, плусик из вайса Скоты, плейс. Изверги, лопи, негодяи. Нелеши. И вот они стоят. Он лук не стал. И от тебя зависит. Он от тебя рад карикс. Простить. Пьедот. Или казнить. Вайсодит.
Это все всерьез. Это все всерьез нобед. Принц Египта. Египтс принц. Один только приказ. Только вена повела. И все. Он вис. И Библия говорит, он заплакал. Он Библия говорит, что он так раудат. Что это значит? Год сно за имя. Цена. Цена. Которую он платил. Куру винч максая. За их. Парвиню. Свобода. Бривибу. Ты платишь цену. Ту макса цену. Но поверь. Бет нотици. Если ты не прощаешь. Я ту не пьедуоди. Ты заплатишь. Ту самаксаси. В тысячу раз. Тукстош рейс. Больше. Вайрак. Мир несовершен. Пасолно пилнига. Вокруг нас несовершенные мужчины. Апкарт мус ир непилнаиг вириеш. И несовершенные женщины. Непилнаиг севец. Что такое не прощать? Кас ир не пьедуод. Это судить. Тас ир тесат. И самое интересное. Он пац интересантакайс. Что мы. Ка мес. Труднее всего прощать. Грудах пар висур пьедуод. Самих себя. Пашем сеу. Свои собственные грехи. Савус гракус. Которые видим в ближнем. Курис разом тувакайос. И мы судим. У мес тесаем. А Бог говорит, эй, чувак. Бедил сак, эу, погайд. Угомонись. Номеренес. Ведь каким судом ты судишь? Аркаду тесу ту теса. Каким судом? Артаду тесу. Тебя судят. Теви тесас. Что сеешь? Ку исэйси. То ты и пожнешь. То ты ринопляусы. Хочу вспомнить историю, которую все знают. Gribu atcerēties notikumu, par kuru visi zina. Этот проклятый треугольник. Šis nolādātais trīstūris. Царская семья. Ķēniņa ģimene. Мы думаем, царские семьи. Mēs domājam, ķēniņa ģimenes. Там все чисто, tur viss ir tīri, perfekti. Маленькие люди делают маленькие ошибки. Mazi cilvēki taisa mazas kļūdas. Великие люди. Lieli cilvēki. Делают великие ошибки. Taisa lielas kļūdas. Представьте себе, Давид. Stādīties priekšā Dāvids. Его семья. Viņa ģimene. У него сын Авесалом. Виньям Ирдалс. Авесалом. Амнон. Дальс. Амнонс. Там есть еще дочь. Интервелламейта. И вот. Он лук. В кулуарах. Кулуарос. Зарождается этот Димс. Страшный. Шизбрис мигайс. Амнон. Амнонс. Положил глаз на свою сестру. Узлыка отцовой мазой. Фомарь. Ну, скрес. Тамар. Попросил, чтобы она. Полуд. Левине только вот ко. Обед принесла. Отнес пуздиенс. И Библия говорит, и он набросился на Библия ir teikts, un viņš uzmetās viņai virsū. Изнасиловал ее. Изворуя виню. И возненавидел. Он ienīda. Это бес. Ты ļaunie gari. Сначала мужчина хочет женщину. Но сакум vīrietis grib sievieti. По сумасшедшему. Страсть, любовь. Называй как угодно. Вот ко грибы. А когда изнасиловал. Bet tad, kad izvaroja, использовал. Izmantoja. Он возненавидел ее. Ienīda viņu. И ненависть. Un naids. К Фомаре. Pret Tamāru была больше, bija lielāks чем любовь, nekā mīlestība, kas bija pirms tam. Это жесть. И когда он переспал с ней, un tad, kad viņš pārgulēja ar viņu, уходи отсюда. Un teizēja prom. И своим этим работникам, уведите ее. Kalpojiem teica, aizvediet viņu. Она как? Viņa teica, kā? Ты? Tu? Обесчестил сестру? Tu darīji negodu māsai. Как я жить теперь буду? Kā es tagad dzīvošu? И она пожаловалась у меня судзеяс своему брату своим бралым Авесалом Абсаломом Авесалом Абсаломс услышав это дзирду то он взорвался мичу справа Амнон Амнонс я рассчитаюсь с тобой эс норейти нашу сертеви жестокий мир цирцердиг пасоула мы даже не представляем. Mēs pat neizstādām iz priekšā. Nam kažas tā naši problēmas. Mums liekas dažreiz, ka mūsu problēmas. Tā ir problēma. A eto što? Bet kas tas? I Amnon. Un Amnons. Zataju vnutri. Iekšā sevī. Etu ideju. Šo ideju noslēp. Ja tamšu. Es atriepšu. Un apņēm Famari. Viņš apņēma Tamāru. Un kā sestra. Un teic māsa. Ja zašišu tvoju. Es aizsargāšu tavu cieņu. Ja zašišu tvoju cieņu. Es aizsargāšu tavu godu. Ja mušina. Es esmu vīrietis. И тот, кто тебя бесчестил, tas, kurš tev darīja negodu, он понесет. Tas nesīs. В полной мере. Pilnā mērā. Наказание. Sodu. Послушайте. Paklausieties. У каждого. Katram. Своя. Ir sava. Правда. Taisnība. Иди разберись. И ты скайдрība. Почему он так поступил? Kādēļ viņš tā rīkojās? Можно обвинить Фомарь и сказать, Фомарь, а ты что, дура, что ли? Тамара, kas tu muļķesi? Ты что, не чувствовала, что ли? Vai? Да ты сама, наверное, хотела. Tu pati laikam gribēji. Боже, как легко судить. Dievs, cik viegli ir tiesāt. Как легко. Cik viegli. Все объяснять. Ir visu izskaidrot. И как трудно. Un cik grūti. Войти в положение. Ieiet. И простить. Stāvokli izprast un piedot. И Авесалом. Un Абсаломs. Устроил вечеринку. Sarīkoja vakaru. И пригласил он узайцинаю своего брата Амнона. Собрал Амнон. А евнухом или этим бечем подростком своим отроком. Косоджем.
Он сказал, viņš teica, ребят, puiši, когда Амнон, tad, kad Амнонс напьется, sadzirsies, и уже развеселится, un jūs kļūs līksms, вот вам, lūk jums, но не стволы, kinžali, nevis stobri, bet naži, вы должны его убить. Jums viņi, viņš ir jānogalina. Этот вечер, šis vakars, должен закончиться, tam ir jābeidzās, местью, ar atriebību. Отроки были послушны. Пусаудж бы поклоусыги. Вечеринка. Вакарс. Набирал охот. Пили, играли, танцевали. Спели, ликс моя. И когда уже Амнон. Тот, когда Амнон сел. Под шафе спешил домой. Я усейзал с маем голый. Пилнц. К нему подсоединилась. Певиня, пенаца. Бригада этих мальчиков. Шо за ну бригады. Завели его за угол. Айзед виня из тура. И все. Он вис. Убили. Ноголенай. Поднялась паника. Сацелась паника. И сообщили Давиду. Он позвонил это Давидом. Что сообщили? Ко тейца? Сообщили, что Авесалом. Тейца ка Абсалом. Убил всех царских сыновей. Ноголна вису стенине далус. Вот планы дьявола. Лук, вална планы. Вот один оборот, второй Венц, оборот, третий оборот. Третий оборот. И это целое уже, целое торнадо. Йовасал торнадо. Когда Давид узнал? Тот, когда Давид что узнал? Ему сообщили. Виним поставьте. Не-не-не. Авесалом убил только Амнона. Не-не-не, Авесаломс ноголная только Амнон. За то, что он обесчестил Тамарь. Дарий негоду Тамаре. И вот теперь он лук тагад. Экзамен для отца. Экзамен спрекш тава. Первый экзамен. Пирмейс экзамен. Сдавал Авесалом. Ту нолка Авесаломс. Как ты реагируешь на эту ситуацию? Как ты реагируешь на ситуацию? Месть. Отребиба. Какое прощение? Каду пьедош. Такие люди! Не заслуживают прощения. Они не пелнуют пьедошану. Такие люди. Тады человеки. Достойны смерти. Ир пелнуют нави. Теперь отец. Он так и тавс. Войди в положение отца. И та ситуация. С ума сойти. Прада варю. Ни в какие ворота не пролазить. Никадос вартос не ленекша. Во-первых. Пирмам картам. Изнасилование. Изворошено. Это инцест. Это инцест. Родственники. И родненьки. Второе. Утрс. Это убийство. Ши слабковиба. И как будто Бог задал вопрос. Он и когда Иисус задал яутаему. Давид. Давид. Как ты? Ка ту. Как ты будешь играть? Ка ту спелейс. По каким правилам? По кадем нотейкумем. И Давид. Он Давид. Идет той же дорогой. Иет по то пашу цель. Что Авесалом. По кургая Авесалом. Я убью тебя. Если ты ногу ленаш. Авесалом. Абсамалом. Только попадись на глаза. Тикай нонац манас ацис. Я не сужу никого. Es neticāju nevienu. Мы просто знакомимся с ситуацией. Es vienkārši iepazīstos ar situāciju. Я не знаю, как бы я поступил. Es nezinu, kā rīkotos es. Не дай Бог. Nedod Dievs. Я не знаю, как бы ты поступил. Es nezinu, kā rīkotos tu. Не дай Бог. Nedod Dievs. Но Давид вот так. Bet Davids tā. Нужно судить его. Man vajag viņu tiesāt. Ты же помазанник. Es tik viņu svadītais, tu esi ķēniņš, priesters. Иди к Богу посоветуйся. Ej pie Dieva paprast padomu. И Авесалом, он Авесаломс, зная характер своего отца, зинот своего тава ракстуру, убежал, айзмука, далеко убежал, тал пру, чтобы его не убили, лай винь не ноголенату. Проходит год, поед гац, второй, утрс, третий, трешайз, время идет, лайк сиет, и вы знаете, все он зинот, преступники, виси, открытей, все грешники, visi grēcinieki imiet mičtu viņiem ir sapnis būt prošen būt piedotiem tā roki v krvi jā rok sasenīs da podlost jā nelietība da žestoka jā ciesirdība saznaju jā nu mičtaju bet sapņo može būt vse taki varbūt tomēr otec prostit tavs piedos man zapomnīt atcerieties prošenie piedošana eta cena tā ir cena которую мы платим, которую мы смаксаем за свободу, про бривибу, не прощение, не пьедушины, это та же цена, да, это апати цена, умноженная в тысячу крат, ир тукстол которую мы тоже рада, будем платить, которую мы с ари максасим, только за рабство, только и про верди, за проклятие, про ласту, про нави, смотрите, что происходит, скажите, скажнотик, Иав к нему подходит, Иав спинак бивиня, и говорит Давид, ну за Давид, ну до каких пор твой сын будет бегать, цик илги таус дал слепсис. А вот он берет его за воротник. Он потом по нему пьет. Как мужик мужику скажу. Он так, если его по нему, а ты что, ни одной женщины не использовал? Касту не сизман, то есть на вен сиевете. А ты ни у кого не убивал никогда? Ты на вен никогда не сногал и нас. А тебе не кажется, что в своем сыне косова дала? Ты видишь самого себя. Ты редзи под севи.
И тебе так трудно себя простить. Потому что твой сын это зеркальное отражение твоего поведения. Что ты строишь из себя? Мне кажется, мужики говорят иначе. Возьми себя в руки. До каких пор ты будешь судить его? Подлец! А ты никогда подлецом не был. Иногда нужен серьезный разговор, чтобы мозги на место поставить, уйти от этих супердуховных рассуждений и сказать: прекрати, не мсти за себя. Кому-то Бога нету. Отдай Богу даже этот жестокий случай. Неужели Бог не может разобраться? Но что такое амбиции? Вот ладно. Viņš saka, labi. Пусть вернется. Lai viņš atgriežas. Пусть живет в царском дворце. Lai dzīvo ķēniņa pilī. Только на глаза мои. Tikai lai manas acīs. Пусть он не попадает. Netrāpās. Прощение. Piedošana. Либо оно есть. Vai tā ir? Либо его нет. Vai tas nav? И тебя как будто простили. Un tevi kā piedeva. И ты можешь уже из этой гесуры, из какого-то города, вернуться в царский дворец. Но только не завтракать. Bet tikai nebrokastot. Не обедать. Ne pusdienot. Не ужинать. Ne vakariņot. Даже не поговорить с отцом. Pat neparunāt ar tēvu. Тебе запрещено. Tev ir aizliegts. Подниматься вот в этот этаж. Pacelties tenī stāvā. И заходить в этот корпус. Un iet šī korpusā. Так это прощение или нет? Vai tā ir piedošana vai nē? Иногда нам кажется, dažreiz mums liekas, что дети будут до старости лет за нами бегать, ka bērni līdz vecumdienām skraidīs mums pakaļ, в поисках прощения, meklējot piedošanu. Знаете, Zinat, суровый закон жизни, sūrais dzīves likums, однажды это смирение, vienreiz šī pazemība, в поисках прощения, piedošanas meklējumos, может превратиться, var pārvērsties, в агрессию, par агрессию, и ожесточение. Un cietsirdību. Если вчера еще, ja vakar vēl, твой сын, tavs dēls, хотел встретиться с тобой, gribēja satikties ar tevi, чтобы ты его простил, lai tu viņu piedotu, завтра, rītā, он превратится в твоего viņš палача. Pārvērtīsies par tavu bendi. Прошло время. Pagāja laiks. И мы читаем, Авесалом, mēs lasam Absaloms, стал вкрадываться в сердца людей. Сака иезакties cilvēks сердца. Я слышал тысячу проповедей. Dzirdēju tūkstošiem sērmu. Духа Авесалома. Абсалома гарс. Духа Авесалома. Draudzē ir Absaloma gars. Церкви Духа Авесалома. Draudzē ir Absaloma gars. Да не было бы Духа Авесалома. Nebūtu Absaloma gara. Если бы было отцовское прощение. Ja būtu tā piedošanas. И сын, который хотел прощения, dēls, kurš gribēja piedošanu, превратился в соперника. Viņš pārvērtās par pretinieku, sāncensi. Viņš pacēla armiju, устроил государственный переворот. Sarīkoja valsts apvērsumu. Minūtečku. Minūtīti. Законы Божьи. Dieva likumi. Они насколько действуют локально. Viņi tik darbojas lokāli. Они настолько же действуют и глобально. Un tik pat arī darbojas globāli. В стране началась гражданская Valstī война. Sākās pilsoņu karš. Подумайте. Padomājiet tikai. Гражданская война. Pilsoņu karš. А началась. Bet sākās семейного конфликта. No ģimenes konflikta. Почему? Kādēļ? Заканчивается Ветхий Завет. Beidzās vecā derība. Этим уникальным стихом. Ar šo unikālo pantiņu. Бог говорит. Dievs saka. Я пошлю ангела. Es sūtīšu своего, angelu, savu angelu. И он обратит сердца un tas отцов. Vērsīs tēvu sirdis. К детям. Pie bērniem. Чтобы я не поразил земли проклятие. Zemi ar lāstu. Сердца отцов. Tēvu sirdis. Сегодня Господь Šodien хочет обратить к детям. Grib vērst pret bērniem. Сколько христианских семей. Cik kristiešu ģimeņu. В которых идет гражданская kurās война. Kurās iet pilsoņu karš. Когда слышу, как матери kad dzirdu, kā состязуются со своими дочерями. Cīnās ar savām meitām. Когда отцы kad tēvi начинают конкурировать со своими сыновьями. Ar saviem dēliem. Страшно становится. Drausmīgi kļūst. Боже, останови это безумие. Dievs, aptur šo ārprātu. Kad žonis с мужьями. Kad sievas ar vīriem. Сражаются, доказывая, кто есть кто. Pierāda, kurš ir kurš. Боже, останови. Dievs, apturi to. Гражданскую войну. Pilsoņu karu. В наших домах. Mūsu namos. И в наших семьях. Un mūsu ģimenēs. Как долго Давид. Cik ilgi Dāvids. Созревал. Бреда. К прощению. Uz piedošanu. Платил цену. Maksāja cenu.
цена за непрощение цены пренепедушен в миллион раз ir miljons reižu выше augstāka чем цена nekā cena par piedošanu гражданская война pilsoņas karš tā nav cena tā ir cena когда ты превратился в беглеца tu esi pārvērties par bēgu tu maksā miljonu reižu vairāk и вот un lūk исход битвы cīņas и Давид Скорее всего, пробило его и на жалость, пробило его и на честность. И вдруг, вставая утром, да что ж я творю? Да что ж я делаю? Это же мой сын, возлюбленный. Эй, нет, хватит. Эта чертовщина должна закончиться. Ой, надо встретиться. Илья сатекас. Надо встретиться. Илья сатекас. Я накрою поляну. Иисус клашу галду. Я помню, что любил кушать Авесалом. Я не знаю, что он любил пить. Я знаю, что он хотел. Я планирую. Я создам эти условия. Мы встретимся. Сядем за одним столом. Я обниму его. И скажу, прости меня, сынок. Я с ума сходил. Я безумствовал столько времени. Я покаюсь перед ним. Я скажу, прости, Авесалом. Давай закончим войну. Бог обратил мое сердце к твоему сердцу. Мы не соперники. Мы не враги. Мы отец и сын. Я и отец одно. Я созрел. Я созрел. Чтобы примириться. И он Яву говорит, я. Сегодня последний день. Сегодня война должна закончиться. Я должен встретиться с Авесаломом. Война где идет? Курноте в каких городах? Он там и там. Тур, он тур. Я тебе даю задание. Если удуду уздевому. Живым. Дзиву. Живым. Дзиву. Живым. Дзиву. Приведите сюда. Отведет виню что? Авесалома. Авесалому. Отрока моего. Манузану. Он все еще рассматривает Винч его. Винч Валвери промскета сузвиню. Как отрока. Каузан. А это уже мужик. Битеси это уже генерал. Это уже соперник. Это политический противник. Только сбереги его Авесалома. Авесалом, ты сегодня сарга. Вечером. Шуден вакара. У нас должна состояться. Мумс ирья нотек. Это полюбовная встреча. Шай, милстибс тикшенай. Сегодня будет великая братания. Бус лил. Сегодня будет реюнион. Шуден бус. Сегодня мы соединимся. Шуден мы савьеносимес. Сбереги, пожалуйста. Сарга. И приведи его. Он отвед. А сам ходит. Уже все. Поварам дал задание. Я все готовится к вечеру. Весь готовот с вакарам. Отец и сын. Таусун дал. Должны встретиться. Вне мясте кас. И договориться. У меня вино. Помириться. Я излыкст. И восстановиться. У меня ты нойс. А в это время Ян. Бетиалайка. Йобс. Добрался до туда. Ну где был штаб-квартира? Лиц Туриной. Авесалома. Кур Авесалом. И он видит сражение. Цим. Авесалом был выше всех на голову. Авесалом был гораксь по всем. У него были шикарные волосы. У меня были гариматы. А на него все женщины смотрели. Он был любимец толпы. Его все видели. Виню виси радзея. И вот он уходил от погони. Винч мука новая таем. И его роскошная шевелюра запуталась. Маты в ветвях какого-то дерева. Кукаду кука зарос. И вот висит он un viņš karājās между небом starp debesīm и землей un zemi беспомощный bezpalīdzīgs непрощенный nepiedots обречён nolemts и подошёл Иов un biegāja Jobs и смотрит ему в глаза un skatās viņam acīs и Авесалом смотрит un Авесалом skatās uz viņu и беззвучно говорит ты не можешь un bez vārdiem saka tu nedrīkst to darīt ты этого не сделаешь tu to neizdarīsi А в это время Иов смотрит. Bet tenī laikā pat brīdī Jobs skatās. И слышит. Un dzird. Слова Давида. Давид vārds. Берегите отрока. Sargājiet zēnu Absalomu. Dzīvu atvediet. Tikšanās notiks. Нет. Nē. Встречи не будет. Tikšanās nebūs. Šansi. Iespējas. Upuši. Ir palaistas garām. Stājot stilu. Viņš izvelk. Živāja mišeņa. Bultu dzīvs mērķis. Pieci šagāh. Piecus soļa tālumā. Получай. Saņem. Из-за тебя. Tevis dēļ. Вся страна на ушах стоит. Visa valstā uz ausīm. 100 лет ты мне нужен. 100 gadu tu man esi vajadzīgs. И ваши родственные заморочки. Un jūsu radinieku šīs murgi man vienalga. Мне все равно. Man pilnīgi vienalga. Это ваши проблемы. Tās ir jūsu problēmas. А не мои проблемы. Nevis manas problēmas. Достает вторую стрелу. Izvelk otru bultu. Grūsna. Strašs. Skumīgi. Bailīgi. Достает третью. Izvelk trešo bultu.
оборвалась жизнь. Dzīve tika aprauta. Непрощенного. Непиедотом. Сына. Далом. Мы должны делать все вовремя. Mums jādara visu laikā. И он говорит своим солдатам. Un viņš saka saviem soldātiem. Похороните его. Apglabājiet viņu. И насыпьте курган. Un. Похоронили. Apglabāja. И он возвращается в дворец. Viņš atgriežas pilī. А в это время уже свечи горят. Bet tinī laikā jau svecis dzird. Уже пахнет мясом. Jau smaržo pēc gaļas. Здесь уже все эти. Šeit jau viss. Вся прислуга бегает. Viss jau kalpis. Сегодня вечером. Kalpums skraida šodien vakarā. Будет. Būs. Историческая встреча. Zāsturisks tikšanās. Давид уже. Давids jau. Оделся. Jau sadērbies. Уже подготовил речь. Jau sagatavoja runu. Что он скажет. Ko viņš teiks. И вот видит Яв. Un lūk redz Joabu. Он встрепенулся, открывает дверь. Viņš pielaskājās un atvēra durvis, teica, nu ko? Где Авесалом? Kur Absaloms? Нету Авесалома. Nav Absaloma. Как? Kā? Убит враг твой. Nogalināts tavs ienaidnieks. Pal smertju hrab. Krita varoņa nāvē. И мы его похоронили. Un mēs viņu apglabājām. Несостоявшийся ужин. Несостоявшийся. Nenotikusi vakariņas. Prašēņa. Nenotikusi piedošana. И Давида это взорвало. Un Davidu tas uzspridzināja. Он убежал к себе. Viņš aizskrēja pie sevis. Jo кто бы мне дал умереть? Viņš saka, kurš man ļautu nomirt? Вместо тебя. Tavā vietā. Авесалом. Абсалом. Авесалом. Абсалом. Цена. Цена. Которую мы платим. Kuru mēs maksājam. За непрощение. Par nepiedošanu. Она в миллион раз больше. Ir miljon reiz lielāka. Чем та цена. Par tā cenu. Которую мы платим. Kuru mēs maksājam. За прощение и свободу. Par piedošanu un brīvību. Давайте вовремя. Laikā. Прощать. Piedosim. Вовремя любить. Laikā mīlēsim. Истерики возле гроба. Histērijas pie zārka. Не говорят о большой любви. Nesaka par, nerunā par lielu mīlestību. Истерики у гроба. Histērijas pie zārka. Говорят о жестоком. Runā par cietsirdīgu, rupju. И непрощенном сердце. Un nepiedotu sirdi. Я думаю, сегодня. Es domāju, ka šodien. Перед нами выбор. Mūsu priekšā ir izvēle. Либо заплатить цену. Vai nu samaksāt cenu. За свободу. Par brīvību. Как Иосиф. Kā Jāzeps. Заплатил цену. Самоксает цену. Как бы тяжело не было. Lai cik grūti arī nebūtu. Он сказал, я боюсь Бога. Viņš teica, es bīstos Dievu. Не бойтесь меня. Не бійтесь но меня. Я прощаю вас. Es piedodu jums. Прощенные люди. Piedoti cilvēki. Кем бы они не были вчера. Lai kas viņi nebūtu bijuši они vakar. Они стали viņi kļuva патриархами. Par патриархiem. 12 колен Израиля. 12 Израиля ciltīm. Авесалом. Авесаломs. Непрощенный. Непiedots. Никем не стал. Не kļuva ne par ko. Перед нами выбор. Mūsu priekšā ir izvēle. Padomāt šodien. О своих должниках. Par saviem parādniekiem. О своих соперниках. Par saviem pretiniekiem. О своих врагах. Par saviem ienaidniekiem. Библия говорит, когда стоишь на молитве. Bībelē ir teiks, ka stāvi uz lūkšanu. Прощайте. Tad piedod. Ибо как вы будете. Jo kā jūs. Прощать должнику. Piedosiet saviem parādniekiem. Так и отец. Tā jūsu tēvs. Будет прощать. Piedos jums jūsu grēks. Недавно там. Nesen tur. В Лос-Анджелесе. Лос-Анджелеса. Был великий праздник. Был лил святки. Праздновали годовщину слияния Святого Духа на Азуза Стрит. Излишенас года дену Азуза Стрит. На 100-тысячном стадионе собрались 1060 или 70. Стадиона собрался 60-70 тысяч. Разных деноминаций. Висадикс деноминациис. По всей Америке. По всю Америку. И что там происходило? Un kas tur notika? Там происходило братание. Tur notika brāļošanās. Ассамблея Божья. Dieva asamblēja. Руководитель ассамблеи Божьей. Dieva asamblējas vadītājs. Просил прощения. Лūdza piedošanu. Руководителя Church of God. Church of God. Простите, что мы вас судили. Piedodiet, ka mēs jūs tiesājām. Что вас презирали. Ka jūs nicinājām. Евреи. Ebreji. Просили прощения. Лūdza piedošanu. У коренных жителей. Vietējiem iedzīvot, iedzīvotiem indiāņiem piedodiet, ka mēs jūs nicinājām, diskriminējām katoliki, katoļi prasili prašīt, lūdzu piedošanu protestantiem, protestantiem. Slava Božie, takāja Dieva slava tāda bija što очень многие инвалиды, ka ļoti daudzi invalīdi после Ирака, pēc Ираks, Афганистан войн, pēc šiem kariem, на колясках приехали, kur bija atbraukuši uz ratiņiem tur без специальных молитв, без специалām лūkšanām, без специального возложения без специалām рук uzlikšanām. Слава Божия приехали. Dieva slava nonāca. И они вставали. Un viņi piecēlās. Un teica, пока вы братались, kamēr jūs brāļojāties, Бог исцелил Dievs dziedināja mūs. Какой принцип?
Kāds princips? 102. Psalms. 103. Psalms. Благослови душа моя, Господи. Svētī to kungu, mana dvēsele. И вся внутренность. Un visa Святое имя. Mana iekšēn viņa svēto vārdu. Благослови душа моя, Господи. Svētī to kungu, mana dvēsele. И не забывай всех благодеяний. Un neaizmirsti visus labos darbus. Первое. Pirmais. Он прощает. Viņš piedod. Все беззакония твои. Visas manas netaisnības. И второе. Un otrais. Он исцеляет. Viņš dziedina. Все недуги твои. Visas manas vājumus. И третье. Un trešais. Избавляет от могилы. Viņš atbrīvo no kapa. Жизнь твою, ману дзиви. Что на первом месте? Kas ir pirmajā vietā? Прощение. Piedošana. На втором. Otrajā. Исцеление. Dziedināšana. И на третьем. Un trešajā. Победа над смертью. Uzvara par nāvi. Мы больны. Mēs esam slimi. Так часто. Tik bieži. По одной только причине. Viena iemesla dēļ. И родословное проклятие здесь ни при чём. Cimtas lāstam šeit nav nekāda Наша daļa. Наша тупое, грубое, религиозное, самоправедное. Paštaisnība. Непрощение. Непiedošana. Ты не прощаешь. Tu nepiedod. Ты будешь болен. Tu būsi slims. А если Господь прощает? Bet ja tas kungs piedod. Следом. Tad pēc sako. Автоматически. Automātiski. Приходит исцеление. Dziedināšana. Может, пришло время. Varbūt pienācis laiks. Одним пастором. Vieniem mācītājiem. Помолиться с другими пастором. Palūkt ar citiem kopā. Одним лидером. Vieniem līderiem. Помолиться с другими. Palūkt ar citiem līderiem. Мы устаем от войны. Mēs nogurstam no kara. Мы сами рабы. Mēs paši esam vergi. Un vairojam vergus. Как написано, прощайте друг друга. Kā ir rakstīts, piedodiet citam. Как Иисус Христос. Kā Jēzus Kristus. Простил нас. Piedevis mums. Ты же это боль. Это цена. Tā ir cena. Я умоляю. Es лūdzu. Подумай. Padomā. Какую цену платил. Kādu cenu maksāja. Сын Божий. Dieva dēls. Который ни одного греха не сделал. Kurš nebija izdarījis nevienu grēku. Который никого не обманул. Kur nebija, kurš nebija apmanījis. Не причинил страданий. Kurš nevienam nebija darījis ciešanas. Висит на гвоздях. Karājas pie naglām. Обливаясь кровью. Plūstot asinīm. И говорит. Un saka. Прости. Piedod viņiem. Отче. Tavs. Кому? Kam? Вот эти мерзавцы. Šiem neliešiem. Черви. Быдло. Šiem. Ничтожество. Niecībām. Которые плюют в лицо. Viņi spļau sejā. Которые печуют его. Kur sit viņu. За что? Par ko? Прости. Piedod viņiem. И когда про Иисуса, ну тот как про Иезу, размышляешь, дома, все твои боли, вся твоя сапс, вся твоя праведность, вся твоя тайсниб, вся твоя справедливость, вся твоя тайснигумс, превращается в ничто. Порой сейчас парнико, если Иисус, я Иезу, безгрешный, без греции, а ты грешный, бет ту греции, ты судишь других, тут ты сатцитус, в чем ты сам по уши, кур ты если пац лид за усин, грешен, грецийс, ты такой строгий по отношению к другим. Attiecībā pret citiem. И такой мягкотелый. Un tik maigs. По отношению к себе. Attiecībā pats pret sevi. Эту комедию ломаем. Šo komēdiju spēlējam visu dzīvi. Dievs, apsturi. Dāj nam tvoju ļubovi. Dod mums tavu mīlestību. Dāj tvoju milosierdi. Dod tavu žālsirdību. Dāj mužestu. Dod drosmi. Prastīt. Piedot. Tie, kto rētam sanāja. Tiem, kas blakus mums. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Великий человек. Лилс цилвакс. Известный проповедник. Позистым студенатайс. Которого отец. Куру которую. Куру. Отец насиловал. Изворуя. Когда она была вот такой девочкой. Кад виня бита адмейтенит. Годами. Гадием. И когда она это. Он кад виня ту. Повзрослела. Пиогусы. Она его ненавидела. Виня виню иенида. Но потом, когда с Иисусом встретилась. Бет бестам кацатикас ар Иезу. Она нашла мужество. Виня атрады дросми. Будучи взрослой женщиной. Будома пиеугуси сиевете. Прийти к нему. Айзет пе виня. И не плюнуть в лицо. Он не есплёт сея. И не назвать. Он не носокт виня. Оскорбительными словами. Айзвинуешьим вардием. Обнять его. Обкомт виню. И сказать. Он тейкт. Во имя Иисуса Христа. Джейс Кристос варда. Я тебя прощаю. Эстеу пиедоду. Я люблю тебя. Эс мил те. Цена? Цена. Великая цена. Лиел цена. Цена свободы. Брівības цена. Цена великой судьбы. Лиелс дзīves цена. И на сегодня. Un šodien viņa. На мировой арене. Ir pasaules arēnā. Почему? Kādēļ? Цена. Цена. Она свободна. Viņa ir brīva. Потому что простила. Tāpēc, ka piedeva. И сама. Un pati. Оказалась прощенной. Нет таких грехов. Nav tādu grēku. Которым мы бы не могли простить. Kurus mēs nevarētu piedot. Я ни за кого не буду молиться. Es ne par vienu nelūkšu. Пусть это будет персональный разговор с Богом. Lai tā personīgs ar Ты сам разберись. Tu pats tie skaidrība. Кого тебе труднее всего Kam простить? Kam tev viskrūtāk
ir piedot. И попросил Бога. Un palūdz Dievam. Бог, Dievs. Дай мне. Dod. Твои чувства. Он savas izjūtas. И помоги мне простить. Un palīdz man piedot. И отпустить. Он отлаист. Ты его не исправишь. Tu viņu neizlabosi. Измученных надо. Измоцитос. Выпускитос. Я излишь брівіба. Если ты помнишь, когда тебя Бог простил, и какой ты был счастливый. Я то atceries, kad Dievs tev piedod, un cik tu biji laimīgs. Поверь. Tici. Твое прощение. Tava piedošana. Сделает кого-то. Darīs kādu. Счастливым. Laimīgu. И он тебе за это будет. Un viņš tev par to. Весьма благодарен. Būs pateicīgs. Amen. Amen. Давайте закроем глаза. Un tagad aizversim savus acis. Un lūksim. Kerbada zudžikle prakasu te manara oro gebesim tam jāsada. Рамбла сечетер геблоторе махамба. Может быть, каким-то родителям нужно простить своих детей. Может быть, детям нужно простить своих родителей. Камагаба стуребе джиба аркубитанери блемаре блюшецекете. Может быть, какому-то пастору нужно простить другого пастора во имя дела Божьего и Царства Божьего. Амахенту либо арутеле кимбалоро беджале бару турма гетала брамен элегру мечелегру беджала куределери амба. Может быть, какому-то предпринимателю, бизнесмену, нужно простить должников. Для того, чтобы получить в руки что-то новое, надо из этих рук отпустить что-то старое. Прости и отпусти. И в твои свободные руки Господь даст тебе то, о чем ты мечтал. Аманеле, о Дух Святой, наполняй наши сердца. О, меняй наше мышление. Мы не должны платить рабов вокруг. О Боже, мы хотим иметь прощение. И будучи прощенными, мы хотим прощать, благословлять и дарить свободу. Дарить свободу через прощение. Дарить свободу через прощение. Не плодить рабство через месть. Belelo kraman chigembala alba gaba jezebere armage mantole le bigenola belmenele grebose dire glesheterios. Если Дух Святой напоминает тебе какое-то лицо, какую-то фамилию или имя. И раблящабе моногреса предалариас. И напоминает тебе какие-то ситуации, затяжные ситуации. Сразу после служения набери этот телефон. Позвони и спроси. Я прощаю тебя. Если нужно прощение попросить, скажи: прости меня. О, прощение никогда не является признаком слабости. Прощение — это признак благородства, это признак силы. Kimanala masola menale armanele kemanale malo abrati serca tso sercam synovi abrati serca tso sercam dochere pus zakonchitsya zlo pus iscelitsya zemlya. Пусть вернется любовь, да будет воля твоя, твоя. Обрати сердца отцов к сердцам сыновей. Обрати сердца отцов к сердцам дочерей. Пусть закончится зло, пусть исцелится земля. Пусть вернется любовь, да будет воля твоя.
mana la mashe kamena la breshe de le kimana la breshe de Пусть всякая война в домах закончится. Пусть перекуют мечи на орала. Пусть закончатся конфликты. Пусть мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Камахембале. Камбелера бломагеца лабедерере. И когда стоишь на молитве, прощайте. И когда стоите на молитве, прощайте. И если ты не будешь прощать должников своих, то и Отец Небесный не будет прощать тебя. И прости нам грехи наши. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, Твоя есть сила, и Твоя есть слава во веки веков. Камера мухенде, камера мехендоле мехенде. Пусть всякая мстительность закончится. Пусть всякое проклятие рухнет. Пусть всякое ярмо распадется от тука твоего. Возьми сейчас свою жертву, чтобы не стать жертвой обстоятельств. Возьми свою жертву. Это цена, которую ты платишь за твою свободу. Чем больше ты приносишь жертвы Богу, тем реже ты становишься жертвой обольщения, ожесточения и обстоятельств. Жертва останавливает проклятие. Пусть руки твои не будут пустыми. О, Дух Святой, двигайся по рядам. Пусть всякая месть, раздражение, крики, злоречие, ярость, гнев, пусть все это прекратится. Возьми каменное сердце и дай нам сердце плотяное, способное любить, способное прощать. Подними свою жертву и скажи вместе со мной: Отец, благодарю Тебя за то, что Ты послал Своего Единородного Сына в этот мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я благодарю Тебя, что благодаря искупительной жертве Ты простил все беззакония мои. Я благодарю Тебя за прощение, за Твою милость и за Твое прощение.
atdošanu. Благодарю тебя. Es pateicos tev. Благодарю тебя. Pateicos. Благодарю тебя. Pateicos. Что ты прощаешь. Ka tu piedod. Все беззакония мои. Visas manas neteisnības. Исцеляешь. Dziedini. Все недуги мои. Visas manas vājumus. Избавляешь. Atbrīvo mani. От могилы жизнь мою. No kapa manu dzīvi. Я прошу тебя. Es pateicos. Помоги мне. Palīdz arī man. Прощать. Piedod. Исцелять. Dziedināt. И избавлять от могилы. Un atbrīvot no kapa. Тех, кто рядом со мной. Tos, kas blakus ir. Прими эту жертву. Pieņem šo upuri. Как знак моей любви. Kā mans mīlestības и признание тебе. Un atzīšanās. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Пустите ведра по залу. И пребывай в этой молитвенном состоянии. Химанела манели. Хинала манела сол. Химанела бросим гора. Алама кеси манали. Арамена бросе. Амина бросим малали. Ala me de glano, ala me grossi maya, blamina loc sumbe, ala me na labre sumbaya, ale labro sambe, ki da labro resimbaya, ke la mana laya. Ala mina la bramaya, le manele le malaya, ki manela menda, bala mina le, glo male ba, komane mano, ki da me. Slavam gods Tev tās. Mēs Tev pateicamies, dargais Dievs, par Tavu žēlstību, par Tavu labvēlību, kas ir par mūsu dzīvi. Kungs, mūsu dzīves un mūsu sirdis ir Tavā priekšā caur šiem upuriem, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Lai nāk Tavu uguns, Tēvs, un lai katra sēkla, kas tiek iesēta Tavā zemē, kungs, lai tā nes augļus Jēzus vārdā. Tāds un lai šī zeme, kurā mēs atrodamies, ir auglīga priekš mums, lai tā ir labvēlīga Tavai tautai, Tavs Jēzus vārdā. Mēs pateicamies Tev, kungs, mīlam Tevi, slavējam Tevi, un pielūdzam tikai Tevi, slava Tev! Halleluja! Amen! Slava Dievam! Dievs ir varens! Спасибо, пастор, за слово, которое, может быть, не готовили, но на самом деле Бог дает, наверное, нужное слово, нужное время. Спасибо огромное! Es domāju, varbūt katrs gaidīja kaut ko, varbūt gaidīja kaut ko citu, bet Dievs vienmēr dod to, kas mums ir vajadzīgs. Pat varbūt tev liekas, tas tevi neskar. Varbūt tu nezini, kāda situācija tev rīt gaida no rīta. Varbūt tu saskarsies ar cilvēku, kurš aizvainos tevi, un tu atcerēsies un teiks, paldies tev, Tēvs, ka tu laicīgi mani brīdināji, un tu parādīji ceļu, pa kuru man jāiet, un kā mums jāvirzās. Ļoti bieži mūsu panākumiem traucē tieši tas, ko mēs šodien dzirdējām. Kad manā dzīvē pienāca situācija par piedošanu, manā sirdī bija dziļa rēta no maniem vecākiem. Un kad ar vārdiem es visu laiku runāju, kad es piedodu, piedodu un piedodu, esmu viņiem visu piedevis. Bet kad es runāju par vienu no situācijām, es nevarēju mierīgi par to runāt. Mana sirds viņa plīsa gabalos, un es sapratu, ka neesmu vēl piedevis. Un teicu, Dievs, palīdzi man to izdarīt. Un tanī mirklī es ieraudzīju, ka manai attīstībai traucēja tieši šis solis, nepiedošana.
Un es paņēmu visu savu apziņu, cik es sapratu, visu, ko es varēju saprast un izprast, un teicu, Dievs, es gribu patiešām no visas sirds vienreiz un uz visiem laikiem spērt šo soli un piedot, un gribu aizmirst to un virzīties uz priekšu, lai mana dzīve ir tavās rokās. Un Dievs vienmēr tad nāk palīgā. Viņš dod pareizos vārdus, viņš rada pareizo situāciju, un viņš izlieno sava gara pār mums tad, kad mēs speram šos soļus. Paldies, mācītāji, vēlreiz. Laikam saprotu, kad es paliku galvenais uz doto mirkli. Šis vakars iet uz beigām, dievkalpojums ir beidzies, jūs variet sadraudzībā parunāties cits ar citu, padalīties ar to, ko esat saņēmuši, un lai miers ir ar jums un svētības jums. Amen. Thank you.